Третий гость и подписчики нашего канала. Сегодня мы с вами будем добавлять файлы или папки в исключение Avast 2016. Открываем Avast. В левом нижнем углу нажимаем «Настройки». В появившемся списке выбираем «Компоненты». В разделе «Экран файловой системы» нажимаем «Настройки». В появившемся окне выбираем «Исключение». Потом кликаем на кнопку «Обзор». Далее выбираем папку или файл, который необходимо добавить в исключение. Нажимаем «Ок» и еще раз «Ок». На этом наш видеоурок подходит к концу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Yeah,